Ну, я пришла, чтобы помочь людям, которые пострадали в теракте, и хочется быть нужной, вот. Поэтому стою, жду, когда у меня будет такая возможность. Вы можете увидеть, сколько людей здесь стоит с 8 утра для того, чтобы сдать кровь, потому что каждый считает это необходимым своим долгом. И люди, пострадавшие, погибшие, это часть нашей одной большой семьи. Поэтому мы здесь.